Сіздердің қарауларыңызға 2013 жылға арналған нақтыланған бюджетті іске асыру туралы үкіметтің қаулы жобасы енгізіледі. Іске асыру туралы қаулы жобасымен бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз етуге және мемлекеттік басшысының тапсырмаларын іске асыруға бағытталған 2013 жылғы бюджетке енгізілген өзгерістер орындауға қабылданады. Бюджетті нақтылау туралы заңды парламент сенаты 21 қарашада мақұлдады және қазіргі уақытта мемлекет басшысының қол қоюында. Нақтыланатын бюджеттің негізгі параметрлеріне қысқаша тоқталуға рұқсат етіңіздер. Поступления республиканского бюджета на 2013 год определены в объеме 5 242 500 000 000 тенге или с ростом на 14,4 миллиарда тенге по сравнению с текущим бюджетом. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда сохраняется на утвержденном уровне 1 380 000 000 тенге. Расходы республиканского бюджета предусматриваются в сумме 6 033 400 000 000 тенге со снижением по сравнению с текущим бюджетом на 65 600 000 000 тенге. В целом уменьшение расходов составит 165,8 миллиарда тенге, в том числе экономии по расходам, связанным с исполнением обязательств государства, 28,5 миллиардов тенге, в том числе это обслуживание правительственного долга 21,2 миллиарда тенге и резерв правительства 7,3 миллиарда тенге. Экономия в результате государственных закупок 19 миллиардов тенге и оставшаяся сумма 118,2 миллиарда тенге возможного неусвоения администраторами государственных программ. Высвобождаемые средства, а также дополнительные поступления бюджета, как было поручено главой государства, будут направлены. Первое, на снижение дефицита бюджета на 80 миллиардов тенге и со снижением дефицита бюджета до 2,3% КВВП. Второе, на реализацию следующих инвестиционных проектов в общей сумме 100 миллиардов тенге. Строительство железнодорожной линии Жесказган-Бенио 30 миллиардов, увеличение уставного капитала акционерного общества национальный управляющий холдинг Байтерек 30 миллиардов тенге, подготовка к проведению Экспо 2017 20 миллиардов тенге, возврат кредита на реализацию проекта строительства жилья взамен ветхого и аварийного в городе Астана 20 миллиардов тенге. Рассматриваемый проект постановления, сформирован в соответствии с требованиями бюджетного кодекса, включает произведенные при уточнении изменения по суммам целевых трансфертов местным исполнительным органам, перечню приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2013-2015 годы и перечню государственных заданий на текущий год. В проекте учтены ранее произведенные перераспределения внутри программ и подпрограмм с целью улучшения освоения бюджетных средств в текущем году. Уважаемые коллеги, прошу одобрить данный проект постановления. Спасибо.